это у нас львовский зал. Стоят люди. Ждут поезда. Людей много. Прибавилось. Полный тур сделали. И оба! И наш блогер сидит на этюднике. Художник. Людей прибавилось, кстати. Я смотрел, надо будет там уже людей где-то много. Минут чуть-чуть вперед идти. Ну что ж, Маша, скажите ваши впечатления. Ну, у нас сейчас начало 12-го. У нас прибывает Интерсити в 11:28. Осталось уже совсем немного. Волнуетесь? Нет. Мы чего волноваться? Контрабанду не везем. Все нормально. Паспортный контроль, все нормально, все хорошо, коллегу тоже никаких вопросов не было, все нормально, даже улыбались, да, таможенники улыбались, мы все просмотрели, нормально, да. Спасибо, Кетя, это было. Да. Нет, если быть серьезно, все прошло хорошо, очень быстро. Быстро просмотрели, ничего не досматривали. Все так по-европейски. Уже чувствуешь себя в Европе. Да? Это было.